Thank you.
После плоского дна там прям видно, что такое. По сравнению с конкурентами, у нас как? Ну, на рынке, в принципе, это такая сильная сторона. Ну, вот, допустим, сейчас 5-5 примерно стоит. Я не могу. Ну, порядок. Не знаю. Не буду брать просто. Сейчас на заводе. Я технической частью занимаюсь. Я там езжу куда-то, завод запускаю. Понятно. Ну, хотя бы порядок. 12 фреза на 3-5 тысяч. Это по металлу, да? Понятно. Сась, смотри там, за них проходит. Ну это... Нет, сейчас тонкая стенка. Сейчас, да. А вот это сначала, вот это. 16 мм глубина. Да что такое это, я не понял? Она магнитная, что ли? Видимо, ничего у нас не получится. Почему так забивается? Ну, никогда не забывается. Да, кстати. Сколько... Смотри, прямо оно состоит. Сколько было, сколько не... Ну вот. Теперь хвалили заготовку, ребят. Вот это свела на крепкое внутрь. Не, ну таки без сожи обрабатывают. Без дружки синий. Ну то сверло. Цвет полегче, что ли? Посмотри, цвет стружки одинаковый. Ну, примерно на одну температуру греется. Вот это веселее будет. Вот. Обрати внимание на стружку. Мелкая. Сейчас не было, да. Ни хера себе. Вон она, видишь? Вон, да.
лежит. Не, ну работает, работает. Я помню, как после этого им один вот летел просто. Ой, топ-кат. Да-да-да. Подача постоянная? Да.